Алматинцам станет легче дозвониться в полицию. Служба 102 теперь работает по израильской методике. Об этом сегодня на отчетной встрече с населением сообщил главный полицейский Алматы Серик Кудибаев. Начальник департамента полиции добавил, что количество операторов увеличили вдвое. Более того, им в три раза повысили заработную плату. Есть израильская программа «Тадиран», которая четко фиксирует. Вот есть табло у нас в центре оперативного управления, где видно, сколько звонков поступает, сколько минут или секунд оно находится на линии. Если оператор освободился, ему автоматически скидывается звонок, он принимает. Все поступившие звонки записываются. Алматинцы неоднократно жаловались на то, что в полицию невозможно дозвониться. Тогда стражи порядка объясняли это тем, что службе 102 не хватает операторов. Для удобства людей, которые обратились за помощью, во всех подразделениях откроют приемный фронт-офисы. Горожанам не придется ждать на улице. Возможно, вскоре появятся и детские площадки. Что же касается криминальной обстановки, то Алматы чаще всего совершают кражи. В основном это мобильные телефоны и детали с автомобилей. Чтобы повысить раскрываемость преступлений, в городе установили 100 000 камер видеонаблюдения.